Добрый день, дорогие друзья! Я директор бьюти-инноваций Faberlic Екатерина Щедровицкая. Рада вас приветствовать! Сегодня мы с коллегами расскажем о наших новинках и самых ярких проектах в сфере красоты и ухода за собой. Итак, мы начинаем. И сразу с премьеры. Этой осенью мы открываем большую, новую категорию Faberlic – это ароматерапия. Современная концепция ухода за красотой – это не только ухоженная кожа, красивые волосы и макияж. Это уход за своим настроением, эмоциями и внутренним состоянием. Новая серия «Аромио» с натуральными эфирными маслами заботится о вашем настроении и самочувствии. Этой осенью мы предлагаем самые актуальные новинки – композиции эфирных масел для поддержки иммунитета в холодный период и релаксации, а также самые красивые ароматы для дома, которые создадут атмосферу благополучия. О том, как ароматы ухаживают за эмоциями и как превратить дом в место силы, творчества и позитива, мы поговорим с нашей гостью. Это представитель нашего партнера парфюмерной компании «Ферминиш» Марина Горелова. Совместно с международной командой «Ферминиш» мы создали продукты для вашего дома. Марина, добрый день. Екатерина, добрый день. Faberlic, добрый день. Я счастлива сегодня быть с вами и разделить момент, когда серия «Аромио» впервые увидит свет. Марина, расскажи, пожалуйста, о компании «Ферминиш». С удовольствием. «Ферминиш» – одна из крупнейших парфюмерных компаний в мире. Мы создаем ароматы для косметики и парфюмерии. «Ферминиш» основана в 1895 году в Женеве, и в прошлом году мы отметили 125-летие. В 30-е годы 20 века компания открыла офис в Париже, который стал вторым по важности центром «Ферминиш». Главная наша гордость – это креативный подход и исследовательское направление работы. Про ароматы и их влияние на нас мы знаем все. Парфюмеры нашей компании создают ароматы для Gucci, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Kenzo и, конечно, Faberlic. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Faberlic, миллионами лидеров и преданных общему делу сердец. Поэтому все совместные проекты с Faberlic живые и очень интересные. Мы начали работу с выбора ароматов. Коллекция для дома была специально разработана специалистами «Ферминиш» в лаборатории в Париже. Но нам хотелось большего. Хотелось, чтобы ароматы приносили в состоянии гармонии, чтобы они вызывали эмоции, а ваше отражение в зеркале было счастливым. Поэтому в основе всех продуктов «Аромио» инновационная технология «Emotion Design». Марина, давай расскажем о ней. Emotion Design – это композиция ароматических молекул или нот, которая вызывает позитивные эмоции независимо от культуры, пола и возраста. Ароматы обладают уникальной способностью глубоко трогать нас на эмоциональном уровне. Рецепторы, управляющие нашим обонянием, напрямую связаны с той частью мозга, которая контролирует эмоции, запуская синтез гормонов радости, удовлетворения и счастья. Например, вдыхая аромат антистресс, наш мозг получает сигнал не волноваться и расслабиться. Создание технологии заняло 25 лет. Все это время «Ферминиш» совместно с Женевским университетом исследовали взаимосвязь эмоционального отклика и различных ароматов. В исследовании приняли участие десятки тысяч людей в разных странах мира. Количество протестированных ароматических веществ даже не сосчитать. Технология Emotion Design – это инновация, которая добавляет аромату действия. Технология Emotion Design позволяет понять связь между ароматом и формированием позитивных эмоций. Теперь мы знаем, как создать аромат, который будет наполнять энергией, или аромат для расслабленности и удовлетворения. Екатерина, а какой ваш любимый аромат в серии «Аромио»? Мой любимый аромат – Black Amber. Когда слушаю его, представляю себе уютный вечер, романтичный, мягкие цветы, чувственные амбра.
Теплые специи окутывают дом уютным и доверительным ароматом. Это момент, когда хочется расслабиться, оставить суету и быть в компании любимых. Настоящий релакс. А на создание аромата Sakura Matcha Tea нашего парфюмера вдохновил Токио. Представьте себе крупный, шумный город, быстрый темп жизни, но весной он превращается в цветущий сад, и настроение города меняется. В сердце нежно-розовые цветы сакуры. Мы добавили к ним ноты зеленого чая матча, чтобы придать аромату оттенок свежести, а также гурманские ноты молока и жареного миндаля. Аромат дарит восхитительные ощущения, и вы действительно забываете о стрессе. Марина, а мне запомнилось, как долго мы выбирали аромат для эмоционального баланса и ощущения гармонии. Ответ подсказали парфюмер и амбра. Ведь амбра – это парадокс. Его аромат может быть закрытым и таинственным, а может быть ярким и открытым. Эта двойственность вдохновила нас на создание аромата Шанти Сандал, который гармонизирует настроение. Осенью хочется энергии. Для этого мы создали аромат «Мандарин Фреш». Он словно телепорт переносит нас на Сицилию. Восход солнца, шелест мандариновых деревьев. Солнечный аромат наполняет энергией. А аромат «Дейзи Вотер» нежный, как фиалки, и молодая июньская зелень вызывает улыбку и наполняет позитивом. Для дома вы можете выбрать ароматические свечи, диффузоры с палочками из фиброволокна и спреи. Для тех, кто хочет постоянства в аромате, рекомендую диффузор с палочками. Аромата хватает на 3 месяца. Ароматические свечи – важная часть ритуала. Особенно приятно зажигать их осенними вечерами, чтобы согреть теплым светом свой дом, а ароматом эмоции – на мой взгляд, спреи – это очень удобный и современный продукт. Моментальное преображение настроения и пространства вокруг. Спрей можно распылять на кожу или наносить на постельное белье или другой интерьерный текстиль. Вся наша команда получила огромное удовольствие от совместной работы. Прекрасные ароматы в элегантной форме. Желаем лидерам и партнерам Faberlic прекрасного настроения и удачи. Марина, большое спасибо за беседу. А мы продолжаем. Коллекция для аромадизайна дома – это часть серии «Аромио». Впервые Faberlic предлагает вам композиции 100% натуральных эфирных масел. О свойствах эфирных масел и о том, как ими пользоваться, мы поговорим с главным экспертом Центра научных разработок Faberlic Риммой Корнеевой. Рима, добрый день. Добрый день, Екатерина. Добрый день, дорогие друзья. Все привыкли к тому, что Faberlic – компания инновационная, но мы используем решения, которые проверены веками. И одно из таких решений – это эфирные масла. Я, как врач, долго занималась ароматерапией, изучала свойства эфирных масел и, естественно, знаю, насколько огромен их потенциал. Эфирные масла тысячелетиями используются в медицине и косметологии. Создавая наши продукты, мы начали с самого необходимого – поддержки иммунитета в период простуд, помощи при головной боли и недостатке энергии. Каждая композиция – это выверенный состав эфирных масел для комплексного решения актуальной проблемы. Рима, давайте расскажем, какие задачи стояли у нас при создании эфирных композиций. Ну, во-первых, нам очень важно было выбрать эфирные масла самого высокого качества. Вы должны понимать, что эфирные масла имеют жесткие стандарты. И факторы, которые влияют на качество эфирных масел, их множество. Прежде всего, эфирные масла – это сложные композиции веществ, которые получают из растений. А эффективность действия эфирного масла очень тесно связана с климатом, погодой, в котором эти растения выращивали. И для каждого вида нужно найти тот регион, в котором растения дают самое качественное эфирное масло. Например, лучшее масло лимона родом из Италии, а масло атласного кедра получают из самого сердца Атласских гор из Марокко. Лучшая лаванда, как вы догадались, естественно, из Франции. Да,
В поисках лучших эфирных масел мы изучили весь мир, общались с поставщиками, исследовали влияние конкретных масел на здоровье и качество жизни. В составе наших смесей Aromeo мы использовали 22 эфирных масла из 14 стран со всех континентов. Когда будете вдыхать эти ароматы, знайте, вы совершаете путешествие. Сейчас у нас 4 смеси эфирных масел в чистом, неразбавленном виде. Это 100% масла. Вот в таких вот маленьких флакончиках. И еще есть 5 аромамасел, которые вот в таких роллах с шариковым аппликатором. Эти масла готовы к тому, чтобы их наносить на кожу. Осенью самое актуальное – защититься от простуд. И для холодного сезона мы создали смесь Cold Season. Это поддержка иммунитета. И большинство эфирных масел – это антисептики. Они обладают антибактериальным, антивирусным действием, обеззараживающим действием. И для этого мы выбрали хвойные масла – это сосна и атласский кедр. Добавили туда масло эвкалипта, шалфея и мяты. И каждое эфирное масло будет оказывать различное влияние на дыхательную систему, будет работать как противовоспалительное средство, болеутоляющее, обеззараживающее, противовирусное, антибактериальное и так далее. Римма, я предлагаю поговорить о том, как пользоваться эфирными маслами в маленьких флакончиках. На самом деле здесь важно следующее. Композиция эфирных масел – это чистая, стопроцентная композиция. Использовать ее можно по-разному. Помните только одно важное правило – никогда не наносите чистое масло на кожу. Один из самых простых способов – это ультразвуковой аромадиффузор. Ну вот такой прибор. На самом деле очень удобное свойство получить сеанс ароматерапии. Для этого необходимо добавить воды в аромадиффузор, добавить 5-7 капель эфирной композиции по вашему выбору, включить его в сеть и приготовиться получать удовольствие от аромаванны. Это будет и сеанс ароматерапии, и санирование воздуха в помещении, что очень важно в период эпидемии. Да. А еще можно добавить несколько капель смеси в массажный крем или масло и провести сеанс аромамассажа. Если вы чувствуете себя хорошо и хотите укрепить иммунитет, приготовьте аромаванну. Также можно добавить смесь эфирных масел в ваш крем, гель для душа или шампунь. Ну, а еще один способ – это ингаляция. Самая простая ингаляция – это капнуть смесь эфирного масла на платок и несколько минут подышать над ним. Ну, кстати, вы можете точно так же капнуть эфирные масла на маски, которые мы сейчас все носим в качестве ежедневного аксессуара. Или можете воспользоваться аромакулоном. Главное – внимательно изучить инструкцию перед применением и соблюдайте правила дозировки. Не передозируйте масла. Смесь поддержка иммунитета мы также приготовили в формате рулон с шариковым аппликатором. Это ароматерапия, которая всегда с собой, потому что аромамасло уже готово к нанесению на кожу. Из роллов я ежедневно использую и очень люблю смесь масел, которую мы назвали «Ясное мышление» – «Clear Mind». Это аромамасло, которое помогает при головной боли, помогает сосредоточиться на работе. Также я рекомендую его школьникам и студентам во время учебы и сессии. Снимает напряжение и усталость. То, что нужно, когда много работаешь головой.
И, кстати, головная боль очень часто возникает из-за проблем с осанкой шеи. Это так называемая компьютерная шея. Мы все сидим с гаджетом, и постоянно у нас наклонена голова. Это проблема. В этом случае лучше всего подойдет аромамасло «Легкость движения Body Comfort». Необходимо нанести его на шею, вдоль позвоночника, на плечи и верхнюю часть спины. Это масло также подойдет при мышечной боли после тренировок. И, конечно, аромамасло «Афродизиак» с самыми волнующими эфирными маслами «Иланг-Иланг» и «Пачули». Но еще вы должны правильно наносить аромамасла. Отмечу, что аромамасло наносится на активные пульсовые точки. Но, собственно, те места, где вы меряете пульс. У каждого аромамасла есть свои точки нанесения. Они указаны на упаковке. Обратите на это внимание. Внимательно почитайте инструкцию, прежде чем использовать аромамасла. Итак, Аромио – это коллекция средств для аромадизайна дома и поддержки здоровья благодаря натуральным эфирным маслам. Я уверена, многие из вас быстро почувствуют этот эффект. Создавайте настроение и уютную атмосферу у себя дома. Это так приятно – заботиться о близких. А еще дарите Аромио, ведь эмоции – лучший подарок. А мы продолжаем. И давайте перейдем от внутренней красоты к внешней. В уходе за кожей мы подготовили для вас новую антивозрастную серию One Week Miracle. При разработке мы поставили задачу получить быстрый видимый результат. И нам это удалось благодаря инновационной технологии One Week Miracle, которая позволяет увидеть эффект уже через неделю. Рима, давайте расскажем, в чем уникальность подхода One Week Miracle? В нашей лаборатории мы применили абсолютно новую уникальную технологию. Это инновация, которая к нам пришла из регенеративной медицины. Что делает эта самая инновация? Блокирует воздействие на кожу внешних факторов и способствует ее мгновенному восстановлению. Мгновенному, повторяю, это не фантастика. Параллельно технология стимулирует собственные ресурсы кожи, и уже через 7 дней вы заметите, как улучшится и скорректируется ее внешний вид. Благодаря инновационной технологии средства One Week Miracle запускают в клетках режим молодости. Рима, что входит в этот комплекс? На самом деле это действительно не фантастика. Мы использовали три активных ингредиента, которые усиливают действие друг друга. Первый – это сверциамарин. Растительный актив-биомиметик, который получен из растения гречавка индийская. Что он делает? Он активизирует собственные стволовые клетки вашей кожи и уже за 7 дней уменьшает объем всех морщин. Подчеркиваю, всех, даже тех, которые убрать достаточно сложно. Например, он отлично убирает вертикальные морщинки на лбу, так называемые морщины гордеца. Или морщинки над верхней губой, это так называемый баркод. И, кстати, есть такой тест, растекаемость красной губной помады. Имейте в виду, на 7-й день помада перестанет растекаться, если такая проблема у вас была. Второй компонент – это армирующий пептид. Он воздействует очень глубоко на все слои кожи. Прежде всего, эпидермис, следующий слой кожи – дерму и даже на подкожную жировую клетчатку. Но самое главное, он воздействует еще и на мышцы, и на нейроны, потому что стареет не только кожа, но и все ее слои. Еще раз повторяю, даже мышцы. И как естественный филлер он будет восстанавливать первоначальный объем жировой ткани. И первоначальный объем мышц расправляет кожу, запускает активный процесс омоложения. И самое главное, вы увидите результат. Морщины сглаживаются уже через неделю. И, наконец, третий ингредиент. Это натуральная молекула триголоза, так называемый сахар от старости. В медицине ее используют для лечения, например, болезни Альцгеймера или диабета. А в косметологии мы ее любим за ее уникальную способность увлажнять кожу. Триголозу добывают из растений, которые живут в пустыне, где каждая капля воды на вес золота, вы это прекрасно представляете. И представляете, с какой интенсивностью эти молекулы способны запасать влагу. Триголоза создает своеобразный скафандр из воды вокруг каждой клеточки, обеспечивает процесс экстраувлажнения и удерживает влагу в глубоких слоях кожи, не давая клеткам высыхать. И уникальная новая формула для борьбы с возрастными изменениями кожи One Week Miracle позволит ускорить процесс регенерации многократно, борется со всеми видами морщин. И самое главное, вы заметите очевидный лифтинг-эффект.
Эффективность средств доказана клинически. Уже через 7 дней использования средствами One Week Miracle 97% женщин отметили, что кожа стала более увлажненной. 87% заметили зримое улучшение состояния кожи. И все они назвали серию эффективной, современной и готовы рекомендовать ее своим друзьям. Тем, кто стремится к совершенству молодости. И мне кажется, осень – это то самое подходящее время, чтобы прислушаться к их рекомендациям и оценить волшебство новой серии. И через неделю заметить абсолютный процесс разглаживания морщин. И в этом вам помогут инновационные продукты быстрого действия, которые разрабатывались с учетом потребностей современной и активной женщины. Римма, спасибо большое за беседу. Как всегда, очень увлекательно. Катя, друзья, спасибо вам. И до новых встреч. Будьте здоровыми и красивыми. Итак, сегодня мы обсуждали натуральные ингредиенты и инновационные технологии. А теперь предлагаю поговорить о серии, которая объединила в себе проверенные временем натуральные ингредиенты и современные технологии. Речь пойдет об обновленной серии «Эксперт». Подробнее о ней мы поговорим с бренд-директором Рустемом Мустафиным. Добрый день, дорогие зрители. Добрый день, дорогие коллеги. Катя, добрый день. Действительно, любимая многими серия «Эксперт», серия средств по уходу за волосами стала еще более эффективной. Она стала иной и качественной, и даже идеологически. Теперь ваша любимая серия содержит в себе важный сквозной многофункциональный биотехнологический комплекс, благодаря которому мы не только заботимся о красоте волос, но и делаем их более здоровыми. Натуральные экстракты в составе комплекса питают волосы от самых корней до кончиков, дарят волосам энергию и силу. Но прежде чем углубиться в детали, давайте посмотрим ролик. В центре внимания здоровые волосы. С Expert Ultra Power я эксперт своих волос. Формула с аминокислотами питает волосы. Биотехнологический комплекс укрепляет корни. Стань экспертом своих волос с Faberlic Expert. Рустем, расскажи, как шла работа по обновлению серии «Эксперт»? С удовольствием. Для меня это был очень важный, очень личный проект, потому что серия «Эксперт» представлена в каталоге уже на протяжении более 6 лет. Она любима нашими покупателями, она занимала топовые позиции в их корзине приоритетов и, конечно же, была хитом продаж. Сделать лучше и без того культовый продукт – это огромный уровень ответственности, и я очень рад, что все получилось. Больше года мы искали активы, которые должны были кардинальным образом принести улучшение в серию. Общались с ведущими поставщиками ингредиентов, изучали исследования их эффективности, тестировали. Задача была очень сложная – поднять новую высоту серии, которая и без этого была очень эффективная. Я помню, какой восторг мы испытали, когда у нас родилась идея этого сквозного многофункционального комплекса, биотехнологического комплекса, который в себе соединил, с одной стороны, натуральные ингредиенты, и с другой стороны, технологии нашего центра научных разработок, которые позволили добиться комплексного совокупного эффекта. Да, задача была в том, чтобы найти решение, которое соединит все это и сможет дать волосам наилучший результат. Вот именно. Нам хотелось посмотреть на проблему здоровья волос глубже. Это волосы, которые должны быть здоровыми от самых корней, ведь от них в конечном счете зависит то, какими блестящими, крепкими и сильными вырастут волосы. Каждая серия средств занимается своей конкретной проблемой. Их объединяет один этот актив, который наполняет волосы здоровьем и красотой от самых корней. И именно это обеспечивает уникальный биотехнологический комплекс, который буквально пробуждает фолликулы и активизирует клеточный метаболизм. Рустем, давай расскажем, из чего же состоит этот комплекс? Основу комплекса составляют натуральные экстракты высокой эффективной концентрации. Это экстракты планктона, цветов арники, бразильского женьшеня, зародышей пшеницы и многих других. Все они помогают волосам с самыми разными проблемами и имеют многолетнюю подтвержденную эффективность против выпадения волос и для здоровья волос.
И как очевидно из названий, эти самые экстракты собраны по всему миру. И технологи нашего Центра научных разработок Faberlic разработали специальную технологию, чтобы соединить эти экстракты в новый эксперт, в новой серии эксперт и добиться их максимального совокупного эффекта для красоты и здоровья волос. Рустем, давай расскажем немного о ключевом ингредиенте серии экстракт плантона. Очень необычный и редкий ингредиент. Да, действительно, он уникальный. Дело в том, что планктон Artemia salina проживает в водоемах с повышенной соленостью. И он умудрился выживать там, где не могут жить другие, за счет своей уникальной способности запасать огромное количество клеточной энергии. Экстракт планктона передает эту энергию волосяным луковицам. Это позволяет активировать корни волос, чтобы волосы росли густые, здоровые и сильные. Мы в Faberlic не понаслышке знаем, как необходима энергия клеткам нашей кожи. Однако так же, как и кожа, волосы иногда меняют свои привычки в силу разных обстоятельств – стресса, сезона, из-за болезни или гормонального дисбаланса. Как эксперт ответит на эти вызовы? Конечно, в обновленной серии «Эксперт», как и раньше, мы уделяем особое внимание потребностям волос. Подробнее обо всей серии и биотехнологическом комплексе, и тех вот профильных активах, то, что мы добавили в каждую из подсерий в рамках серии «Эксперт», вы можете посмотреть на нашем канале Faberlic Beauty Lab на YouTube. И выпуск так и называется, да, «Стань экспертом своих волос», поэтому вы его не потеряете. Ссылка под трансляцией. Природные ингредиенты действительно отлично работают в составе продуктов. Рустем, ну что еще отличает новую серию? Для каждого из ваших полюбившихся шампуней и других средств мы сохранили узнаваемый оттенок упаковки, чтобы легче было найти нужный вам продукт. Я думаю, что многие помнят, что, например, наш хит серия средств с маслом амлы, вот, пожалуйста, она здесь представлена. Ее невозможно потерять, и я думаю, что те поклонницы, кто обожает эту серию, оценят эту серию в новом дизайне. И, кстати, по просьбам наших клиентов, мы добавили в эту серию большой формат 400 мл. Вот он представлен у нас на столе. Также эта серия стала более экологичной. Упаковка состоит из 100% перерабатываемого пластика. Имейте в виду, когда шампунь-эксперт закончится, флакон можно сдать на переработку в пунктах выдачи Faberlic. Faberlic внедряет инициативы по повторной переработке пластика. Экострана. Подробнее о проекте читайте на нашем сайте. И что еще немаловажно, формулы средств стали еще более мягкими и бережными по отношению к коже головы и волосам. Средства теперь не содержат парабенов. И хочу обратить внимание на новые ароматы средств. Мы сделали их более привлекательными, премиальными и роскошными. Это правда. В этой серии тесно сплелись природа, инновации, бережное отношение к людям и к окружающей среде. Приятно знать, что твое любимое средство стало более эффективно и современно. И заботится не только о красоте твоих волос, но и о красоте нашей планеты. Друзья, надеюсь, вы в ближайшее время попробуете наши новинки и поделитесь своими впечатлениями. Я желаю вам успеха, красоты и до новых встреч! До новых встреч, друзья!